В администрации Первоуральска готовятся к первомайской демонстрации. Сейчас здесь ждут заявок от представителей детских садов, школ, магазинов, заводов и других предприятий, желающих пополнить ряды праздничной колонны. Организаторы отмечают, будут рады даже коллективу из 5 человек. В этом году первомайская демонстрация пройдет под традиционным лозунгом «Мир, труд, май», а также будет посвящена 285-летию Первоуральска. Заявки на участие принимаются до 7 апреля в администрации города. Приглашаем всех принять участие в демонстрации 1 мая. Желающие принять участие могут подать заявку в кабинет 221 администрации. Также подать заявку на электронный адрес kultura@prvadm.ru.